цели строить экотехнопарки нету. Это абсолютно неверное представление. Не очень умных и не очень образованных людей. Вы натяните веревочку, повесьте корыто. Веревочка не порвалась, корыто не упало. Все, струнный транспорт состоялся. Уже можно получать заказ. Говорит, смотрите, у меня деньги есть. Ну, кто-то так делает. И поэтому вот место, оно стратегически верно было выбрано. Эмираты. Ну, экотехнопарк – это на самом деле, да, название экотехнопарк. Это на самом деле демонстрация сертификации технологий. А любая технология, в том числе в области транспорта, она имеет рождение, развитие и смерть. Ну, как любая технология. Так вот, для того, чтобы она развивалась, а в транспорте эти технологии, ну, взять железнодорожный транспорт, авиацию, допустим, автомобилестроение, очевидно, что это срок жизни таких технологий сотни лет. И сотни лет надо показывать и демонстрировать развитие технологии. Если бы те, кто делал мобильный телефон, остановились на своем мобильном телефоне, это чемодан с ручкой весом 10 кг и трубка с проводом, и говорит, о, я вот по мобильнику с тобой разговариваю. Если бы они вот это продемонстрировали дальше, больше ничего не создавали, то была бы вообще мобильная связь, где были бы те, кто придумал мобильную связь. Поэтому цели строить экотехнопарки нету. Сейчас мы просто демонстрируем этапы развития технологий. Первый это демонстрационный и сертификационный полигон был в Озерах, где мы моделировали фактически подвижной состав, потому что не было юнибусов, там, юникаров, юнибайков, а был ЗИЛ-131. Просто моделировали просто нагрузку. Поэтому там мы не разрабатывали подвижной состав. Да и путевая структура была представлена в одном варианте, можно сказать, сделана была из того, что мы нашли под забором. Так, потому что и денег не было, и времени не было, и поэтому там цель была продемонстрировать, что струнный транспорт вообще-то может существовать. Даже как мой там бывший партнер стратегический, один из них, Сергей Полонский, говорит, ну, миллиардер долларов в то время, говорит, вы, Анатолий Дарьевич, неправильно все делаете. Не так надо демонстрировать. Вы натяните веревочку, повесьте корыто. Веревочка не порвалась, корыто не упало, все, струнный транспорт состоялся, уже можно получать заказ. Это абсолютно неверное представление. Нам не надо что-то похожее показывать, нам надо показывать продукт, который же должен выйти на рынок. А рынок сейчас не такой, как был, допустим, при Форде. Кто у Форда был конкурент? Телега, дилижанс. Ну, наверное, телегу легко победить, выиграть гонку, да, конкурентную. А сейчас у нас 100 конкурентов. Мерседесы, Тойоты, Бентли, Форды, самолеты самых современных моделей, поезда высокоскоростные, да и обычные поезда, трамваи самые современные и навороченные. Вот наши конкуренты. Если мы просто покажем идею, кто же идею купит? Нам нужно показывать то, что лучше, чем то, что есть. И поэтому второй полигон, тоже вот здесь, в экотехнопарке, в Мариной Горке, тоже с нуля создавался. Это же все было тоже после скандала в Литве, когда это, опять же, была недобросовестная конкуренция, когда было там инсценировано преследование и меня, и технологии, и все там было, все отняли. Создали и имидж неоднозначного человека, и технологии неоднозначные. И вот с этим имиджем я вынужден был уехать оттуда, приехал в Беларусь, тоже с нуля. И во многом из того, что было, мы нашли под забором, мы тоже начали строить экотехнопарк.
Я условно говорю, по залогу. Потому что для того, чтобы найти хороших поставщиков, нужно годы исследовать рынок. Не все поставщики готовы поставлять свою продукцию, так, потому что они не могут отдавать, допустим, там, Мерседес там, двигателя даст нам в Юнибус, не знаю вообще, что такое СКВ, тем более о нем такое говорят, для того, чтобы себя опорочить потом, или там прокат, или струн, да не важно что, да. Поэтому было сложно это делать, и многие решения были половинчатые. Но они отвечали всем требованиям к транспорту, естественно, к нормативным требованиям, к сертификационным требованиям. Но это было поколение, да, это было четвертое поколение, но оно еще было достаточно сырым тогда. Это я беру 15-й, 16-й, 17-й год. Ведь тогда мы построили вот эти все тестовые трассы. Из тех материалов, из тех комплектующих, которые мы могли найти в то время в мире, и за небольшие деньги, потому что денег у нас никогда не было достаточно. Вообще такие вещи стоят миллиарды долларов, даже десятки миллиардов долларов. Если вспомнить, как Siemens создавал Сантропит, а это была всего лишь одна модель и всего лишь одна тестовая трасса, и не было такого разнообразия, как у нас есть грузовые, и городские, и высокоскоростные, и навесные, и подвесные системы, и гибкие, и жесткие, и полужесткие. Такого разнообразия у них нет. Так вот они, чтобы создать этот бизнес, они потратили больше 50 лет и 6,5 миллиарда евро. И потерпели по большому счету неудачу, потому что здесь только одну трассу Шанхай-аэропорт, и все убедились на неэффективности этой системы, потому что, в отличие от, вот, от ожиданий инженеров, которые проектировали, Трансрапид оказался очень неэффективной системой. Я посчитал даже коэффициент полезного действия, если учесть все затраты энергии, все потери энергии от электростанции до подвижного состава, работы линейного ультрадвигателя, магнитной подушки, то КПД где-то меньше 15%. Это коэффициент полезного действия паровоза. То есть этот транспорт, который должен был быть экономичным и эффективным, оказался менее эффективным, чем самолет даже. Мы знаем, что самолет очень неэффективен и очень затратен. Да? Так это еще менее эффективная система. И это же делали тысячные коррективы инженеров. И делали десятилетия. Есть вещи, которые очень трудно спрогнозировать. Да? И поэтому мы тоже создавали и подвижной состав. Причем за это время вот, мы сделали 12 моделей, и 5 из них сертифицированы модели. Но кроме этого есть еще на кульманах, образно говоря, ну в компьютерах у меня тетрадочки в клеточку, это моя рабочая тетрадь, еще в работе около десятка моделей. Но они уже, наверное, четвертое поколение плюс, если не пятое поколение. Это уже с учетом всего того, что мы испытывали, узнали. И главное, для чего нужны тестовые трассы и полигоны испытательные, для того, чтобы показать, смотрите, какие мы умные, как мы хорошо все это сделали, как мы знаем, да? А чтобы найти недостатки, и нам знать надо в первую очередь недостатки, чтобы устранить их и выйти на рынок с совершенным продуктом. И поэтому любая компания инжиниринговая, которая продвигает какой-то продукт на рынок, она неустанно работает и совершенствует каждый день, чтобы всегда на несколько шагов быть впереди конкурентов, а не просто сидит и на лаврах почивает, потому что их просто обгонят очень быстро, те же китайцы. Да? Потом эта работа все время у нас ведется. Да, она не видна, но она ведется каждый день. И я в том числе эту работу делаю и руковожу этой работой. И вот за это время мне удалось создать, да, несколько школ, научную, инженерную, конструкторскую, проектную, где уже больше тысячи инженеров работают, обученных, знающих, в том числе получивших опыт на собственных ошибках. Как же без опыта? И в науке отрицательный опыт – это тоже опыт. Лучше получить какую-то проблему на тестовой трассе, чем потом, когда ты построишь
уже адресный проект, и там будут проблемы. Вот, допустим, где-то недоработано там подвижной состав или путевая структура грузовой трассы. И представьте, что ввели объект в строй, и там что-то сломалось. И вот сутки трасса стоит, не работает. А за сутки убыток компании, которая осуществляет вот добычу, перевозку, допустим, там руды, а это может быть десятки миллионов тонн в год, то убыток за сутки простоя может достигать там 10 миллионов долларов. И кто заплатит убытки? Тот, кто спроектировал, тот, кто сделал. Мы же не должны этого допускать. Да? Поэтому тут как раз некоторые вещи мы делаем даже не совсем так, как нужно, чтобы быстрее получить результат, допустим, по шумам. То есть поэтому неровности пути должны быть больше, чем, допустим, мы планируем потом в адресных проектах. Тогда мы быстрее получим результат. Или там по долговечности, или по износу. Мы же не можем 100 лет испытывать, чтобы понять, какие износы. Поэтому где-то это все происходит ускоренно. Я это сделал осознанно, причем это получить дешевле, то есть надо меньше денег. Бюджеты всегда у нас ограничены. Мы работаем с колес. Все время работаем с колес. У нас нет запаса. Так? Никогда и не было. Поэтому здесь тестовая трасса делается с учетом всего этого, и мы уже получили, естественно, серьезный результат. Это видит уже весь мир. Все работает так же, как мы говорили, и как я декларировал многие годы, даже десятилетия, что это мы создаем самый безопасный, самый экономичный, самый экологичный, самый комфортный, самый доступный транспорт из всех существующих. И это уже очевидно, да? То есть не надо видеть какие-то огрехи в каких-то отдельных местах, как там говорят, ой, где головка рельс? Ой, там ржавчина. Так ржавчина, вон, рельсы же дорожные, пусть посмотрят, они все ржавы. Что это там? Ржавчина опасна там, где она приведет к снижению долговечности или приведет к проблемам. А где она не опасна, пусть она и будет. Ничего страшного, да? Тем более цель была не устранить ржавчину, а другая. И эти цели мы достигли, да? И получили результаты, чтобы понимать, как совершенствовать все типы подвижного состава, в частности. И низкоскоростной, и высокоскоростной, и гиперскоростной, и грузовой, и пассажирский, и городской, и все остальные, и маломестные, и многоместные, и поезда. Мы получили все эти результаты, они у нас есть. Global Star Club. Возможности безграничны.